В южном пригороде Афин в Уле около 300 спасателей и добровольцев всю ночь тушили природный пожар, который по неизвестной причине возник на лесистых горных склонах в районе электроподстанции. Раздуваемое ветром пламя начало быстро распространяться. В настоящее время огонь удалось взять под контроль. В субботу на территории Греции были зарегистрированы свыше 60 пожаров.